Всем привет, с вами снова я, Евгения, и сегодня у нас в гостях сама принцесса Эппл Вайт из сказочного мира Эвер Афтер Хай. Ну что ж, давайте откроем упаковку и познакомимся с ней поближе. У принцессы Эппл Вайт очень красивые, длинные, кучерявые волосы. Конечно же, как и у любой принцессы, у Эппл Вайт есть очень красивая корона. Она круглой формы и чем-то напоминает форму яблока. Также у Эппл Вайт есть красный ободочек, который завязывается на бантик. У принцессы Вайт красивое белое кругленькое личико. Оно очень миловидное. У нее очень красивые голубые глаза, длинные реснички, очень красивые коричневые невысокие брови и, конечно же, розовые губки. У принцессы Вайт красивое короткое платье. Поверх плечей принцесса Вайт надела красивую балеринку. Она очень короткая и ее также можно снять. Она золотого цвета, выполнена из атласа, и на ней напечатан очень красивый рисунок сеточка. Платье украшает красный корсет, вышитый черной ниткой. Юбка платья состоит из двух подъюбников. Верхний розовый с белыми цветами, рисунками, а нижний темно-красный, который украшает золотой ветвистый рисунок. На верхней юбке также есть черная сеточка, которая выполняет функцию волана. У принцессы Эппл Вайт очень красивые экстравагантные туфли. Они на высокой платформе и на высоких каблуках, которые имеют форму спирали. На пятках туфель вы можете увидеть яблоки. Туфельки застегиваются на ремешки-бантики. Как известно, принцесса Эппл Вайт просто не представляет своей жизни без яблок. Их отсутствие очень ее злит. Поэтому сумка у принцессы Эппл Вайт, конечно же, яблоко. К яблокам принцесса Эппл Вайт относится как к драгоценностям, поэтому вся ее сумка украшена красными камушками, жемчужинками. Сумку можно открыть и закрыть. Листочек и ручка сумочки золотого цвета. Принцесса Эппл Вайт очень любит ухаживать за своими волосами, поэтому в набор входит вот такая красивая расчесочка, которая имеет форму ключика, эмблемы мультфильма Эвер Афтер Хай. Ею очень легко расчесывать волосы принцессы. Декольте принцессы Эппл Вайт украшает золотое колье. Оно усыпано камнями. В набор к этой кукле входит вот такая подставка. Внизу подставки вы можете увидеть эмблему Ever After High и ключик. Благодаря этой подставке вы можете поставить куклу на полку и любоваться Эппл Вайт каждый день. Оставайтесь на нашем сайте megadiscount.pl и смотрите наши выпуски про других персонажей из сказочной страны Ever After High. А я прощаюсь с вами. До свидания.